Что ж, мы вернулись в МГУ. И наконец-то можем снять, наверное. Блин, стой. Да не лезь ты сюда. Вон 19 этаж как раз. Хорошо. Там волонтеры, женщины тоже вам все расскажут. На географический? Да, да. Едете на 19 этаж. У вас там, в принципе, тоже должны будут направить, куда идти. Конкретно вам дают обходной лист. Сможете ходить по... О, приехал. Да тут трэш, народу много. Может, давай следующий подождем? Ты что, стоп? Вот. О, все, прекрасно, малыш. А? Тут народу поменьше. Давай 19. 19 этаж. А вот тут. Сейчас. А. Там 18, 19. Ладно, чего. Короче, сейчас куда идти? Если вам... На другие этажи уехать сможешь? Где-то выходит. Подождите. Это какой этаж-то? А, это 19-й. Все, мы пойдем. Ой, чуть не зажало. Выше проехал. Ого, давай найдем. Давай. Давай. Вера. А, уехал, ладно. Отлично. Так вот взял и уехал, представляешь, да? О, лифт. А это наверх? Нет, это вниз. Это вниз. Вот. О, сюда наверх. Надо нажимать кнопку, чтобы 21. Он не закрыл. Поняли, да? Да. Я их искал. А шики вообще 95-го года, смотри. Да, я вижу. Нет, восьмой. Закрыт. Здесь все этажи закрыли, как я думал. Хорошо. Господи. Ну ладно, так проедем. Так, сейчас. Только отойди. Думаю, много не проедем. Стой. Нас, скорее всего, вызовут, да, сейчас. Нет, нас не вызвали, мы вниз едем. До первого. Ура, удачная съемка. Офигеть, это такой классный лифт. Я такие только в Роблоксе с такими ПП-хами видел. Хорошо. Выходим. Сейчас, подожди.
О, на первом. Он на первом. Вот этот вот. Очень странно. А этот на каком? А этот ЕЗЕ? ЕЗЕ. Музей. Я вижу, да, 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 да. О, приехал вот этот, походу. Какой приехал-то? Да, этот приехал. А, тут. Ну и что? Ну что? Все. Максимум 6 человек. Давайте максимум 6 человек. А, четко, мы четко все. Да. Он палец прищепил. Как будто пальцем сломал. Да пойдем, на следующем поедем, на следующем поедем. Как вы удачно сняли? Очень даже неплохо, я тебе так скажу. Слышь, отойди, я хочу все лифты снять. Отойди, отойди. Ну отойди сюда. Давай быстрее, быстрее отходи. А потом где снять? А, он тут есть? Ну надо снять, да. Сейчас на 26-й, да? Как же выше-то подняться? Ну, на 26-й можно, он открыт. А 28-й вроде закрыт. Нет, у нас вообще на 30-й вроде. Знаешь, мне бы хоть так. Главное, что у тебя солевойник снять можно. А, это нет. Он не едет на 26-й. 21-м. А первый давай здесь. Давай первый, первый. Первый из первого, потом опять на тебя пересядем. Отлично. Я хочу хорошо, чисто следующий. Снять, как он едет. Насколько быстро. А, все, 20-й. Отлично. Это устал. Зачем читать? Нажмите 10-й, пожалуйста. Не нажимается, к сожалению, мы 10-й не сможем поехать. Если та же специально заблокировали. Если та же специально заблокировали, что будет? Мы лифт снимаем. Старый. Старый лифт снимаем. Да выйдем, выйдем, там кто-то идет. Ну ладно, жалко. Реально, просто угодно заделать. Написано, производство работ по ремонту шахт и машинных помещений. Замена, что ли? Ну, написано ремонт, но я еще, мне кажется, замена. Ну-ка, а как табло это работает? А, просто не открывается. Нам нужны именно те не два. Верно, не открывается. Нам вот эти два нужны. Такая кнопочка. Подожди, стой, 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 стой. Классненькая. О, Пер приехал. А нет, он просто стоит. Тут вообще на 24-го, смотри.
Вот лифт. Так он тоже не едет на 26-й. И что? А хорошо. Вот этот здесь. А вниз? Вниз. А, тогда все, на другом едем. Гениально. Неплохо. Пошли с ними пока что. Пойдем. Стрелочка. Ух ты. Да, пахнет там. Советское образование. Да. А я здесь уже был. А ты нет. Не совсем. Не совсем советский. Ву, смотри, какая красота здесь. Ты глянь, вот тут самый ЖК Воробьёвы горы, это вот фигня вот эта. Боже, куда мы не попали, нифига. Потому что там капец. Охрана, как нельзя, дворец президента, блядь. Слышь, ты можешь отойти, я тоже так хочу пофоткать. Тут еще МГУ такой вообще большой, разветвленный капец. Я, знаешь, наверное, поставлю этот вид себе на шапку канала новый. Давай. Ага. А, так это только до 22 этажа лестница. Какая лесенка тоже классная. Да, прикольная. Это как на станции Сокольники, типа метро. Доехать. Не, ну это здесь можно сделать. О, уже по-другому выглядит. Понятно, что этаж. Блин, вот эти вот светильники, ну ты посмотри, все какие. Какие классные, да блин. Классные светильнички. А лифты здесь? Да. А вот, да, точно. Да, представляешь? Здесь? Ух ты, тут целых два. Не, 4 по сути, но... До 1 не идет, по сути. Да, один лифт здесь, капец. И там вверх и вниз нажимают, смотри, там вверх и вниз горит. Я, пожалуй, на паузу поставлю. Подожди, а план там, видишь, на плане это 8 лифтов, то есть они все здесь, по идее. Здесь просто на плане все отмечаются, где лифты видишь. И ладно, я понял, может они там за стеной, типа, кто знает. Ребят, кто досмотрел до этого момента, обязательно переходите в мой телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании. А может и не будет, не знаю. А мы пока ждем, когда все уедут здесь. А еще напишите в комментариях, как вам качество видео. Как вообще вам качество съемки. А этот вниз едет опять. Это разваливается. Да. Смотри, этот вниз едет, видишь? Да вижу. Зачем мне комментировать? Я же вижу. А нам наверх надо. Да хотя нет, а хотя да. Нельзя больше лифтов. Вот этот жаль не работает тоже. Да вообще почему? А то бы можно было бы разгрузить это. Если назад, когда я здесь был в 20-м году и 19-м, что здесь намного больше выходит до 26-го этажа, до 28-го. Оказывается, и причем нет. Все этажи были открыты. А сейчас их специально заблокировали, чтобы все подряд. Они твое видео, смотрели. Они твое видео посмотрели, да. Просто. Я все сразу спокойно снимал. Сейчас спокойно, психа, поехать, конечно, здесь хорошо было раньше снимать. Подожди, вот знаешь, я еще не понимаю, Ярик. Это же ведь двери шахты-то оригинальные, скорее всего, остались. Конечно, оригинальные. И вот это все тоже. Вот это сюда. А вот у Шиндлеров, у них и двери шахты тоже новые, я видел. Они прям такие пластиковые, прям сразу видно. Ну, это тоже пластиковые двери, просто деревянная обделка. Обделка. Ты смотрел, наверх едет.
Это нам. Это нам. О, вот они. А чё у них? А, реально? А почему 26? Нет, они не работают. А, туда пешком надо. 27. Чего, нормально всё? Самый высокий факультет, 19 этаж. Чего мы на 26-м делаем? Тут нет. На 22-м там кафедра... Давление. Я забыл, какая. Не, у меня нормально. У меня память пропала. А, этаж закрыт? Ну, конечно, гипер. О, все. Не купайся. А как? Ой, уходим. Надо мы едем. Нет, да, уходим. Да-да-да, то, что я снимал. А он уехал, все. Конечно. Там все закрыто. А, так это музей землеведения. А, да, там есть, что он закрыт. Здесь тоже был. Как раз ходил, здесь снимал. А где пересадка на 28 этаж? У меня вопрос. А, так смотри. Пересадка на 29, 33, на 28. Да? А как же ты пересел на лифт до 33? Если там на 28 пересадка. Я не помню, но 28 был открыт. Ребята, вы куда прикатили? 22, 33. Где? На 28. А как попасть? А никак, этажи заблокированы там. Вот раньше открыты были. Как-то специально заблокировали, чтобы все подряд не ездили. Ну вот как-то... Да специально заблокировали все этажи, до этого все было открыто. Да ты уже говорил об этом 100 раз. Да, и тут только 4... А, так смотри, там что, машинка других лифтов получается вот этих двух, раз их на плане нет. Там машинка. Вниз поедем и попробуем другие снять, да? Раз мы уже на 26 попали. Правильно? Все, вниз поедем. Хорошо. Оставил свой след. Что-то поддельное. Он скоро исчезнет. Сейчас сотрется. Какая поддельная? Это висит. Да пошел ты вон. Вон? Да. А что так культурно? Ярик только что хотел. А что так культурно? Чего не катаются там? Пожалуйста, да, там всякие сети. Еще и так. Подпишем до тебя. Ярик только что хотел мне запись выключить, но у него ничего не вышло. Понимаешь, сюда вот приехала целая толпа. Приехала целая толпа на 28, на 26 этаж. А все закрыто, да. И на 28 не поедешь, и на 26 не посмотришь ничего. Остается только. Остается только рисовать. Че? Покажи. У тебя вообще инет не работает. Работает, ты че? Где у тебя интернет? У тебя просто. Он выключен. А, так включи. Ты дебил. А, нет. Ешка у тебя. А у меня что? А у меня вообще авиарежим работает. А ну да, ты же любишь авиарежим. Смещай на время съемки. Ты же у нас такой глупенький. Че это оно такое? Лифт Отис. Тут уже дырявил здесь эту штуку. Нет, тут 4 лифта. Ну я понял, что 4. Ну да. Ладно, все, на паузу. Мы все здесь. Останем. О, приехал. Приехал, господи. Все, наконец-то. Какой на второй раз? Ярик. Он по всему этому? А что? А ты тоже уехал. А как он мог уехать? Он даже двери не открыл. Нормально. Круто. А он реально уехал? А почему? А может вот это, знаешь, вот этот скип, как щелзешечка. Скип работает. Он как-то там скрипит. Капец. Бедный отчетчик развалил. МЗПС-чика бы так не развалил. МЗПС-чика бы до сих пор чувствовала бы себя прекрасно. И, кстати, судя по комментариям того, кто здесь работал, реально МЗПС-чики себя прекрасно чувствовали на момент замены. Там только по электронике там износилось несколько. Некоторые вещи. Уважаете старые кнопки? Нажимаете, что уже старый. Да. Квадратные кнопочки Otis. Они даже лучше, чем новые, наверное. Хотя новые тоже очень классные. Капец, мы тут все заперты. Круто. Он что-то там скрипит, катается туда-сюда, но только не к нам. Он прям вот так ветер толкает прям перед собой, значит, он сейчас приедет, по идее. Ну чувствуешь, да? Как шахта откроется, и пойдет. Ну, у Otis'а это вполне может случиться. Да, вот у МЗПС-очки. Да, вот у МЗПС-очки такого не может быть.
Ты знаешь, как? Знаешь, как МЗПС? Подожди. Во время пожара. Да, ты знаешь, как МЗПС расшифровывается? Московский завод подъемных сооружений. А, подъемных сооружений. Да. Ну все, он остановился где-то внизу, понимаешь? Он сейчас просто катается, наверное, до 21-го и обратно. На пороге было написано «Московский подъемник». Да, «Московский завод подъемник», да. Ну, я на паузу ставлю, тут это надолго. Наверх горит. Смотри, Ярик, наверх горит. Сейчас. Ребят, едем на Опа. Ой, давайте так никто не заходить. Ой, 27-й. Мы так не интересно. А все, все не влезут, куда все полезли-то? А там лестницы нет на 20? Нет, там все закрыто. Это еще и 26-й. 27-й. Вытесли будет 4. Ну там на кнопку, наверное, надо нажать, чтобы дверь открылась. А какой это? Нет, он сам открывается. Хочу, работа тоже все. Уехали. Мама, мы теперь одни. Мы задум... Когда здесь люди приедут, мы можем, возможно, летать. Давай, туса, джуса, туса на джус, туса. Ладно. Ну тут камера мигает. Скажи, теперь камера... Номер 3 работает до 28 этажа. Какой здесь лифт номер 3? А вот этот вроде. Там были ключи внизу. Все закрыто, ты жесть. Почему от некоторых дверей закрыт музей? Это просто гениально. День приоткрытых дверей, потому что. Все, они теперь вниз уехали, они не приедут нас спасать. Сейчас, подожди, я что там. Ты слышишь звук? Тихо. Поставь на паузу. Да тихо. А, это наш мод. Да? А что отменился? А, я понял. Когда они долго держат этот наш мод, отменяется вызов, прикинь. Слышишь, он там пищит. Мы должны... Все, я тебя отменю. Все, вызвался. Это вот когда вот этот режим. Да тихо. Слышишь, как скопить? Тихо. Смотри, пересадка на 3 делить на 7 этажей. Кстати, слышал? Процесс образования минералов и полезных ископаемых. Ой, я шарик, да? За химию. У меня это вообще-то геология. Геология? Геология. А это, думаю, геология. 31 этаж. История развития точных и естественных наук. А мы никуда не попадем. Ты понимаешь? Я вот, может, хочу узнать историю развития да, науки. Вот нельзя. А вот нельзя, потому что день закрытых дверей какой-то. День закрытых дверей. Нифига. 27.02. Красненькая кнопочка и желтая кнопочка. Разноцветный Отис. Темненькая и яркая кнопочка. 27 этаж. До пересадки на 29-33 один этаж. Ну куда не пойдем? Немножко не доехали. Да. Да все, тихо ты уже, что ты, блин? Делать тебе нечего. Да, тут нечего. Ну все, жди, сейчас приедет. Тихо, тихо. Я хочу позаписывать, замолчи уже, а. Этот поехал. Не сюда же. Ну, конечно, вряд ли, да, но он поехал, хотя он стоял все это время. Чуть-чуть записывают тут звуки мотора. Звуки мотора тут не запишешь. Мне очень интересно. Вот тут тихо. Просто какой-то высокочастотный скрип. Только если звук ветра. Ой. Да. Конечно, Никита от нас уехали. Видишь, ты что? Да, еще очень, очень странно все. Видишь, тут 9, 10, 13, 16, 17. Что ж ты? Да. Ух ты. Неужели он сейчас приедет? А вот нет. Он, походу, на 26-й приехал опять. Да, вдруг тоже кто-нибудь так захочет на 27-й приехать. Тоже здесь толпа целая приедет. Мы скажем, о, там открыто, давайте идите смотрите, они все выйдут, да, и мы резко уедем. Как они вот от нас сейчас уехали. О, кстати, вот посмотри сюда. При пожаре лифтом не пользоваться, входить по лестнице. Да. Закрыто. Отлично. Лестница закрыта. Вот
ПК. Лифтовый холл. Вот тут видишь, это что? Зал номер 8. Процессы минералообразования. Зал номер 12. План освоения минеральных богатств СССР. Ископаемых. Сейчас этот, сейчас этот Святослав Сладков увидит это видео, опять напишет там, типа, о, какие классные лифты. Напишет. Это звук еще, это тын, ты его записал? А я нет. Прикольно, да. Как канал называется? Там больше? Вот так. Там закрыто все. Да, здесь все закрыто. Вообще закрыто? Вообще, даже да. Даже лестница, наверное. Да. Закрылся уже. Что-то он слишком быстро закрывается. У вас восьмое не закрылось. Все, он уже не откроется. Почему? Давайте на 24-й можно я приеду? Там лестницу поищу. А, на 26-м нас вызвали. Опять там сейчас кто-то закрылся. Опять там очень быстро включается. А в 26-м был выше лестницы? Нет, и закрыто все так же. А тут никого нет вообще. Все закрыто, блин. А, ну здесь только... А на 28-й они... Не едет. На 28-й они не едет. Тоже не денег это двери. Соответственно, на 24-м она должна продолжиться. А нам охранник сказал, что там все лестницы закрыты, кроме той, вот, которая до 22-го, по идее. Да. Мы когда там стояли на 28-м, на 27-м, там охранник сидел за дверью, он типа говорит, все лестницы закрыты. Круто вообще. А да. До первого этот лифт идет? До первого, да. Ну вот, 24-й. А, здесь тоже закрыто. Да не высу, сейчас тебе руку переломит. Конечно. Лестница точно открыта на 22-м. А вот дальше не знаю. Она выше не идет. Она выше не идет, выше 22-го. Она там и закрыта. Это на первый, да? Да. О, 22-й. Сейчас толпа зайдет. Я пешком. 6 человек. Что без разницы? Да, сразу что-то не выходит, поломанулись. На первом? Да. Зачем он провалился вниз? А, свет включается, да? Это вчера что на этой фабрике летаем, да? Пошли. Уж забавно. Давай, шарик. Ну, все, сандалик. Где-то можно просто из сандалик сторону выйти, потом зайти. Это вверх. Ну, можно будет. Если считать, то два. Ну, факультет просто и все посмотрите, которые сдали физически, химически. Пищит кромчик. О, у меня уже заложено капец прям. Такие же двери, такие же коридоры. Нет. Ну, наконец-то мы на первом. У нас в первое время просто говорил... Да, блин, стоп. Если кто-то в нашей аудитории находится, все не закрывается, а все. 20 минут видео, пипец. У меня 30 практически. Ты что, паузу не ставишь? Капец, 28-40.